Горький фест продолжает удивлять. В группе фестиваля ВКонтакте прошли прямые эфиры уже с двумя членами жюри – Анастасией Пальчиковой и Антоном Малышевым. Искренние интересные диалоги сохранены в записях сообщества. Анастасия Пальчикова рассказала о своем творческом пути, любви к литературе и написанию текстов. Антон Малышев рассказал о фильмах, которые поддерживаются фондами, и поделился мнением о современном кино. Дарья Кульбакина, «Время новостей». Мне кажется, не хватает.